К началу образования Ханты-Мансийской епархии в 2011 году в Югре был расписан всего один храм. Сегодня их более 10. Работы по росписи стен идут и в храме Святой Мученицы Татьяны города Когалыма, освященном великим чином святейшим патриархом московским и всей Руси Кириллом в сентябре 2018 года. Будущую роспись запланировали еще при проектировке храма. В процессе строительства поверхность стен уже приготовили для нанесения красок, что существенно облегчило работу художников и ускорило процесс. К примеру, на надалтарную часть ушло меньше месяца. Изначально, когда строился храм, уже тогда владыка Павел определил, скажем, план работы, то есть и было согласовано, то есть после строительства приступить и к росписи верхнего храма. Надо сказать, что нижний-то храм уже расписан, то есть еще в верхнем храме шли заключительные работы, нижний храм уже художники расписывали. Художники-монументалисты группы «Благо» из Томска расписывают уже не первый храм в Югре. Начинали с Воскресенского кафедрального собора в Ханты-Мансийске, после чего было еще несколько храмов в Сургуте, среди которых храм Георгия Победоносца. И вот теперь мастера взялись за храм Святой Татьяны в Когалыме. Живой сербско-византийский стиль с ровной цветовой гаммой, выбранной томскими мастерами, гармонично и точно передает и лики святых, и евангельские сюжеты, и знаковые события великих 12-х праздников. За годы работы, почти как церковное предание, живописный стиль обрел особую уникальность. Изначально, так скажем, в начале нашей карьеры мы выбрали сербский, византийский стиль, то есть ориентировались на образцы этого стиля. А впоследствии он у нас вырабатывается свой. То есть, нам так кажется, что он уже отличается от того, от чего мы начали, оттолкнулись. Сюжетные линии росписи храма включает 12-е праздники и явление Христа по его святом воскресении в надалтарной части. Вся средняя часть храма посвящена житию святой мученицы Татьяны, в честь которой освящен храм. Ниже расположатся образы святых угодников Божьих. Обычно нижние ряды посвящены святому, который посвящен храм. То есть в данном случае здесь нижний ряд посвящен житию Татьяны мученицы. Верхние ряды, в зависимости от архитектурных условий, они все, в принципе, делаются по канону, но архитектура диктует свои сюжеты. Поэтому сочетание таких факторов архитектурно-технических, воля владыки, получается концепция композиции храма. По мере нанесения росписи на стены видно, как меняется внутренний облик храма. Например, иконостас, немного давлеющий на фоне белых стен, теперь, обрамляемый сюжетной росписью, созвучной с ним цветовой гамме, занимает свое достойное место в цельной композиционной структуре. Храм заметно становится еще более уютным. В росписи, кстати, используются только лучшие материалы. Используется краска для настенной живописи, как среди художников считается одна из лучших. Это немецкая каймовская краска. В ее основе стекло, то есть это компонент стекла, который позволяет и с одной стороны стене дышать, и долго сохранять, скажем так, цвет. Чтобы полностью гармонизировать храмовый цветовой облик, прозрачные стекла в окнах храма заменят на цветовые витражные, по примеру, уже установленных в алтаре. Особым образом устроена и световая технология храма. Она сделана на перспективу. Пока нет росписи, белые стены храма дают естественное свечение. Но после покрытия красками световой фон изменится, и чтобы сохранить натуральность освещения купола, в храме предусмотрели регулируемые световые тоннели с системой линз и зеркальных труб, увенчанные так называемым живым светильником. Подобным образом устроено освещение в трапезной нижнего крестильного храма, стены которого были расписаны еще до его великого освящения. Официально работы по росписи планируют завершить к концу 2019 года, но есть надежда, что основная часть храма будет расписана уже к празднику нефтяников до сентября. В сентябре закончим центральную часть храма. И окончательно весь храм будет расписан в конце декабря. То есть к Рождеству планируем. Если все пойдет хорошо, все к Рождеству будет готово.
Хартумансийская епархия сегодня по темпам и объемам храмостроительства одна из первых в России. И необходимость возведения здесь домов Божиих не вызывает сомнений. Достаточно хотя бы в Сургуте в воскресный день заглянуть в один из 10 храмов, где совершается божественная литургия. Он будет полон, а значит востребован. Главная жемчужина храмостроительного Сургута, безусловно, возведение Свято-Троицкого кафедрального собора. Это особый, конечно, храм в особом месте, в центре города. И уже сейчас, когда начинают боковые барабаны монтировать уже с проемами под колокола, уже видишь, ну, как вырисовывается внешний вид, он становится таким достаточно красивым и сбалансированным с точки зрения пропорций. С начала основания города в Сургуте основным храмом был именно Свято-Троицкий собор. То историческое место, где он располагался, занято сегодня жилыми домами. Поэтому решено было воссоздать первый храм хотя бы по названию. Место для строительства храма в центре города на пересечении улиц Мира и Островского благословил во время визита в Югру в 2013 году святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл. Были, впрочем, и бурные обсуждения горожан о необходимости строительства собора именно в этом месте, и онлайн-голосование, и общественное слушание. Сейчас строительство идет полным ходом. Уникальный объект обретает все более стройные очертания. Это уникальный архитектурный объект. Он уникален по своей архитектуре, у него достаточно большая стиловатная часть, которая выгодно будет его возвышать над окружающей территорией. При строительстве Троицкого собора принимаются, конечно, по-своему такие интересные моменты для северного строительства. Это использование сборного железобетона на барабанах. Но это обусловлено прежде всего тем, что барабаны у нас не обогреваемые, поэтому необходимости делать теплые их нет. Поэтому различные такие вот варианты применяются, что с одной стороны удешевляет, а в то же время ускоряет производство строительных работ. Сама конструкция вот этого храма, он, во-первых, как бы сложная. Если обратите внимание, приходится перед тем, как любую бетонную работу, то есть какой-то свод, конструкцию залить, необходимо, я всегда делаю шаблоны. То есть людям непонятно, рабочим непонятно, руководству непонятно, как это все соединить. Мы сначала делаем из арматуры, из десятки 12 шаблоны, соединяем это дело. Для того, чтобы наглядно было, мы сигнали ленты обворачиваем, ну как бы делаем и фотографируем, и согласовываем с владыкой, утверждаем старожуком, генеральным директором все вот эти конструкции, потому что сразу не понять. Вот, допустим, центральный барабан, опорное кольцо изогнуто в одной плоскости, под ним плита ПМ-1 монолитная изогнута в другой, арки изогнуты в третьей, и все это соединить надо. А с другой стороны опорное кольцо третье под барабан. А вы видите, обратили внимание, что все это такая конструктив, который необходимо соединять. Уже полностью закончены работы по бетонным перекрытиям, включая опорные кольца центрального барабана, монолитные конструкции, арки и полуарки на 9-метровой высоте. Кстати, стеновые панели барабана готовят на заводе, а монтаж делают на месте строительства. Далее установка опалубки, армирование бетонного свода. Обратите внимание, допустим, на центральном барабане 8 стеновых панелей, на среднем барабане 4 стеновых панели, то есть в ряд идет, а на малом барабане 2 стеновые панели. Ну, стеновые панели, значит, простые рядовые есть, а есть с оконными проемами. Установка главного и всех остальных куполов собора, то есть 9 основных и 8 декоративных, будет производиться без помощи вертолета, только башенным краном. Поставлена задача, ну, руководством, генеральным директором, что примерно в этом году мы должны смонтировать уже эти металлоконструкции куполов с крестами. Но тут есть маленький нюанс. Дано как бы тех задания организациям, которые будут изготовлять купола металлические, будут кресты, ну, все это облицовывать, дано задание, чтобы они, значит, работали краном. Если и есть проблемы на строительстве, то касаются они работ второй смены в ночное время. Строительный шум, безусловно, не по душе жителям близлежащих жилых домов. Но и здесь компромиссные пути искать необходимо, иначе стройка может серьезно затянуться. Очень сложно говорить о сроках, потому что все ведь зависит от возможностей в плане финансирования. А время сейчас не самое легкое, я бы сказал, даже тяжелое для наших попечителей, помощников. Поэтому говорить сложно, но
предварительно мы понимаем, что вполне реально в этом году строительным закончить общестроительные работы, то есть поставить купола, кресты, заняться внешней отделкой фасада и перейти в зиму уже внутрь. То есть за лето сделать и прокинуть внутриплощадочные сети, завести отопление. Это все вполне возможно. За 2020 год на строительстве Троицкого собора планируется закончить внутренние отделочные работы, поставить иконостас, и, возможно, в конце года точно можно будет говорить о начале первых богослужений, а, возможно, и об освящении храма. Мы не останавливаемся, потихонечку строится Троицкий собор на подходе. Я думаю, что сейчас вот мы главки заканчиваем, потом купола, и этим летом должны контуры все закрыть и войти с теплом вовнутрь. А на следующий год уж, даст Бог, загадывать не будем. Тоже будем освящать великим чином и Троицкий наш кафедральный собор. Земля на строительство Троицкого собора выделялась с обременением. Сургутская городская дума определила не только пропорции земельного участка и предельно допустимые значения размеров храма, но и благоустройство территории. За нами остается разбивка парка. На сегодняшний день проект готов. Мы знаем и понимаем, сколько потребуется средств. Есть проекты благоустройства парковой территории, проекты дорожек, проекты освещения малых архитектурных форм. Конечно, будем стараться все это реализовать. И я думаю, по крайней мере, то, что касается вертикальной планировки земельного участка, это тоже дело 2019 года. А уж разбивка конкретно дорожек, там, насаждений, ну, думаю, тоже 2020 год. Вместе с окончанием работ по храму. В изначально живущем под покровом Святой Троицы городе вот уже много лет праздник Троицы завершается торжественным богослужением на месте строительства во временном храме, который собрал многочисленный приход. Сургут ждет, когда сияющими куполами и крестами пронзит небо и украсит величием и благостью, восстанавливая историческую справедливость и соединяя времена, кафедральный Троицкий собор.